США и европейские партнеры продолжат давить на Россию, заявил пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест. Однако усиливать санкции для изоляции Москвы не обязательно, уверен он, их и в текущем объеме достаточно для этих целей. Задача Вашингтона – заставить Россию выполнять Минские договоренности, сообщил Эрнест и подчеркнул, пока это не произойдет, она будет нести экономические издержки за дестабилизацию Украины. Он также отметил, от Москвы ждут помощи в переговорном процессе и влияния на ополченцев, а не шагов по эскалации ситуации. Накануне к выполнению Минских договоренностей Россию призвали вице-президент США Джо Байден и премьер-министр Украины Арсений Яценюк. Они обсудили обстановку в Донбассе по телефону. В частности, напомнили про необходимость организовать допуск наблюдателей ОБСЕ к местным выборам. Добавлю, Москва неоднократно заявляла, что стороной конфликта она не является, и выступала за прямой политический диалог Киева и самопровозглашенных республик.